Агроэкспорт занимает более 11% общего объема экспорта республики. В 2018 году аграрии республики экспортировали продукцию на 23 миллиона 700 тысяч долларов. К 2024 году предстоит увеличить долю экспорта в два раза. Сегодня сельскохозяйственная продукция из республики поставляется в 31 страну мира. В структуре экспорта 80% занимает продукция глубокой переработки. Это кондитерские изделия, соусы, кетчуп, горчица. 20% – зерновые, зернобобовые и технические культуры. Экспортоориентированное производство – перспектива развития АПК «Чувашии».